В Самаре стартовал 18-й лично-командный чемпионат страны по настольному теннису. Турнир подобного уровня последний раз проводился в области в далеком 71-м. И вот в борьбе за звание чемпионов на Волге вновь сошлись лучшие ракетки из двух десятков российских регионов. Помощник президента Игорь Левитин на правах главы попечительского совета Федерации настольного тенниса России поблагодарил самарского губернатора за внимание к этому виду спорта и вручил ракетку. Подарок со смыслом. Традиции массовой игры в пинг-понг будут активно возрождать. Самара всегда исторически давала сборной всегда очень сильных игроков. Так было в Советском Союзе и уже в Российской Федерации. Но, к сожалению, чемпионат России здесь не проводился уже очень давно. И для развития настольного тенниса здесь у вас есть хорошие ребята, перспективные, которых приглашают в сборную России. Это будет толчок для развития этого, я скажу, одного из самых доступных видов спорта. Самое главное, чем не больше мы такого уровня будем проводить соревнований в области, тем, конечно, мы больше молодежи, подростков, детей вовлечем в здоровый образ жизни, что исключительно важно для области, для города Самары, да, и не только для города Самары. И мы будем поддерживать этот вид спорта. Он на самом деле стоит недорого. Мы сейчас определили президента федерации, руководителя попечительского совета, где будут возможности поддерживать финансово дополнительно.